remember how she said that we would meet again some sunny day. Thank you.
Да еще не скоро. Ну что, заходите потихоньку, располагайтесь. Да, сейчас микрофоны будем проверять. Дорогие друзья, рад приветствовать вас. Меня зовут Александр Плющев. Мы начинаем заключительную, как я понимаю, секцию этой конференции. Называется эта секция «Общество РФ». Когда мне прислали письмо об этом, я сначала подумал, что это про доменную зону, и стал крестить имейл. Но потом это помогло. И вот что крест животворящий делает. Смотрите-ка, мы с вами сегодня будем обсуждать совсем другие проблемы, нежели домены на русском языке. Перед началом нашей работы я хотел бы сказать, что, во-первых, у нас будет сегодня такой, ну, ближе не столько к секции, где люди выступают с докладами, сколько к ток-шоу, может быть, не случайно, поэтому для этой цели позвали меня. И, разумеется, у вас будет возможность задать вопросы или каким-то образом поспорить, повзаимодействовать с сегодняшними нашими участниками. Но мы сделаем так, наверное, мы сначала друг с другом пободаемся, или они с друг другом, или со мной здесь на сцене, а потом где-нибудь спустя час, когда самые нетерпеливые уже разойдутся, для самых терпеливых останется возможность задать вопросы и с нами поучаствовать. Если я правильно понимаю, то прямую трансляцию уже ведет LiveJournal.ru, начиная с 15 часов, поэтому все наши с вами нетерпеливые зевки, многочисленная аудитория LiveJournal.ru уже видела. Секцию сегодняшнюю курирует «Живой журнал», между прочим, вот, и я так думаю, часть какая-то дискуссии нашей, ну так или иначе, вольно или невольно, будет касаться в том числе и блогов, блоговых платформ, одной из которых и до сих пор самой популярной является «Живой журнал». Хочу вам представить, хотя совершенно они не нуждаются в этом представлении, участников нашей сегодняшней дискуссии. Пойду вот слева направо от меня. Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей, издатель «Час скоро» и известный интернет-деятель. Илья Пономарев, депутат Государственной Думы. И Дмитрий Чернышов, он же Митрич, известный блогер «Живой журнал». Отсутствующий пока Ксения Собчак придет к нам, как только закончит свои важные переговоры. Она уже здесь, мы ее все видели. Ну, и я думаю, она присоединится к нашей беседе, к нашей дискуссии. Понятно, что одним из последних событий, которое прямо вот всех захватило, это была там предвыборная кампания еще в Государственную Думу, митинги многочисленные, предвыборная кампания президентская и то, что было после и продолжается после президентской кампании. И еще, наверное, там год назад или полтора года назад была абсолютно уместна фраза, что могут люди в интернете, они сидят в этих своих интернетах, не оторвут задницу, не пойдут, не проголосуют даже. Выяснилось, что они не только ходят голосовать, выяснилось, что они работают наблюдателями. Ну, избирателями они тоже поработали, согласитесь. Избирателями другие люди работают. Вот. Кстати, у вас у каждого есть микрофоны, друзья, используйте их по назначению. Вот. Значит, да, он боялся, что это будет записано. И они работают и наблюдателями, и избирателями, и участниками митингов, и даже сами избираются во власть. Я не имею в виду сейчас господина Пономарева, а некоторых других личностей, о них мы тоже поговорим. Очевидно, что произошло какое-то изменение в интернете, благодаря ли интернету, вопреки ли ему, я не знаю, вопреки власти, вопреки чиновникам или наоборот благодаря им, не совсем понятно.
Итак, я предлагаю начать. Один вопрос для всех о том, как вы, Иван, оцениваете, например, влияние... Будете разговаривать, рассажу. Влияние интернета на современное общество. Есть ли у вас какое-то представление, пускай социологическое, пускай статистическое или какое-то иное? Вот в последние 3-4-5 месяцев. Можно говорить, мне кажется, о том, что произошло разделение вообще информационного пространства на две составляющие, которые раньше было похоже на соотношение, скажем так, элитарного и массового продукта. То есть на предыдущих предвыборных кампаниях интернет мог рассматриваться как нечто элитарное по сравнению с массовым охватом того же телевидения. Но здравствуйте, Ксения. Но в этот раз, мне кажется, что произошло, то, что интернет стал массовым. И, по сути, мы можем говорить о том, что в информационной среде появились как бы две страны. Страна, что называется, connected, такая Россия онлайн по имени почившего провайдера. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, такая Россия, которая ориентируется на средства массовой информации, питается слухами, такая более такой традиционной технологией информационной. И мне кажется, что в этих выборах произошло тоже очень интересное, новое, по-настоящему, может быть, даже новое для нашей страны, ну и в контексте, на самом деле, того, что в мире происходит, вполне себе часть процессов глобальных. А именно запустились какие-то спонтанные процессы самоорганизации вот в этой интернет-среде, которые привели к тому, что даже в отсутствии лидера, то, что в традиционной России, которая работает через средства массовой информации, чтобы вы с вами понимали, просто о чем речь идет, работают через такое понятие, извините, у меня просто я еще кафедры заведую, и у меня все время немножко научная речь прорывается. Если позволите, мне кажется, что другой никто не претендует на это сегодня, я чуть-чуть просто еще скажу. Медиа работают через механизм, который называется репрезентацией. То есть медиа представляют какую-то систему символов, какую-то систему реальности, которая выражается символически, скажем так. В то время как интернет работает как коммуникация. То есть люди общаются напрямую. И, соответственно, в одном случае происходит люди ориентируются на лидеров, на звезд, то есть на тех, кто представляет в медиа какие-то смыслы. В другом случае люди действуют сами и могут самоорганизовываться. И вот мне кажется, то, что очень важно, что коммуникация стала действительно реальным процессом, и мне кажется, ее не нужно рассматривать исключительно в контексте выборов, потому что выборы стали катализатором формирования этих вещей, то есть какие-то перегорели предохранители у людей, и люди по каким-то вопросам перешли к прямому действию. И я думаю, что эта привычка на самом деле останется без относительно того, какие будут поводы. И для меня сейчас самое интересное, удастся ли эту энергию, удастся ли это такое нарождающееся коллективное сознание конвертировать в работу над какими-то конкретными вещами. То есть удастся ли группам по интересам, которые лоббируют экологические какие-то вопросы, которые лоббируют какие-то вопросы самоуправления, которые лоббируют, не знаю, новым политическим силам, кому угодно, удастся ли им использовать эту новую коммуникационную среду, использовать потенциал интернета, эту самоорганизацию, для того, чтобы реально менять вещи в России. Илья, наверное, на собственной шкуре в избирательную кампанию еще мог почувствовать вот эту прямую коммуникацию. Я бы хотел, чтобы он несколько слов об этом сказал. Потому что я сам лично долбал его по поводу их коллеги, депутата Белякова, абсолютно оторванного от мороженого. Карфаген должен быть разрушен, конечно. Будешь теперь при каждом удобном случае говорить про несчастного Антона Белякова, да, то есть вот, который я все услышал и хочу сказать, мы используем каждую парень, трибуну. Хороший парень, он, то есть, да. Вот, и, кстати, который всегда тоже в первых рядах, когда и с ОМОНом и так далее, дольщиков отстаивать и так далее. Ну, вот как так получилось. Значит, но мы действительно, я первый раз попробовал построить свою абсолютно офлайновую избирательную кампанию, прежде всего на интернет-средствах коммуникации. То есть я так просто, кто не знает, я депутат от Новосибирска. Новосибирская область разделена на две ровных части с точки зрения избирателей 50 на 50 там с учетом явки, 50% избирателей сельских и 50% избирателей городских.
И у меня была такая ситуация еще на прошлых выборах, и потом она несколько раз повторялась на выборах региональных. Довольно парадоксально. Я житель городской и занимаюсь инновациями, высокими технологиями, то есть там интернет там и так далее, но у меня в два раза больше уровень поддержки на селе, чем в городе. И это связано именно с тем, что это как ценностное голосование, да, то есть люди в городе, они не понимают, что такое справедливая Россия, они скорее там голосуют за коммунистов, в Новосибирске за коммунистов голосует около 40% населения, это красная столица России на данный момент, ну потому что люди умные, поэтому они, в общем, понимают, за кого надо голосовать. Вот. И что-то им объяснить невозможно. Я решил взламывать это непонимание именно через интернет. И поэтому все, вот в городе мы действовали только интернетом, да, а в населе мы действовали только традиционными газетами. И в итоге мы добились того, что мы выровняли уровень поддержки у меня на селе и в городе, на выходе из избирательной кампании получился примерно одинаковый уровень. То есть это означает, что этот метод коммуникации работает. Но я бы хотел еще, если можно, прокомментировать то, о чем говорил Иван, да, то есть, потому что, мне кажется, очень важный вопрос. Недавно было очень хорошее исследование, оно даже не в этом году, оно в прошлом году вышло, но я вот рекомендую тем, кто его не читал, зайти на сайт ФОМА и прочитать. Исследование называется «Люди 21». И это такой устойчивый теперь термин, который Ослон использует для описания, вот, грубо говоря, сетевых хомячков, да, то есть «Люди 21». Они получили результат путем исследования, опять-таки, ценностного характера, что примерно 85% населения страны, вне зависимости от своих политических предпочтений, отвечает на вопросы одним образом, да, относительно образа жизни, относительно там, где проводите отдых, то есть там, что покупаете, там, то есть каких-то таких неполитических совершенно вопросов, да, поэтому этим цифрам можно верить в данном случае. Да. А примерно 15% отвечает на те же самые вопросы строго противоположно. Причем поддержка разных политических партий и движений в тех группах, она разная. То есть и в той группе есть там сторонники и противники Путина, там, хотя там разные проценты, да, то есть за разные партии. Но тем не менее нельзя сказать, что вот 15% оппозиция, а 85% значит, это мейнстрим. Но получается, что вот эти 15% это люди проекта, а 85% это люди процесса. Вот это как бы главная детерминанта, да, то есть и то, что сейчас происходит условно у нас на площадях, да, то есть это люди поняли, что может быть еще и такой проект, да, то есть вот можно там пойти на митинг, да, то есть там это прикольно, да, то есть это тоже такой в определенном смысле проект. Это с одной стороны очень хорошо, потому что за счет этого возникает мобилизация, и мобилизация там именно сетевым механизмом. С другой стороны, с моей точки зрения, это главная угроза для всего нашей истории, потому что уровень вовлеченности людей, он очень отстраненен, и эта вовлеченность, она происходит через призму собственного «я», а не через призму идеи, да, то есть, потому что идея, она не ограничена во времени, да, то есть она постоянна, она вот программа, да, то есть и так далее. А проект, это вот мы хотим вот сейчас здесь чего-то добиться, это очень хорошо, но если вот как бы мы не добиваемся, ну, значит, проект неуспешный, мы его списываем, значит, закрываем эту страницу и идем дальше. И мне кажется, вот это вот такое очень важное и новое качество, которое у нас появилось. Спасибо. Добрый день, Ксения. Здравствуйте. Меня Саша зовут. Саша, очень приятно. Взаимно. Отдельное спасибо всем тем храбрым людям, тем журналистам, которые не побоялись сегодня прийти сюда, зная, что здесь Ксения Собчак, известная своим нанесением, да, побоев журналистам. Поэтому, друзья, вы сегодня все совершили героический поступок одним фактом того, что вы сюда пришли и не испугались. Ксения, уже написано коллективное обращение в прокуратуру, не беспокойтесь. Я вот что хотел у вас спросить. Смотрите, какая история. Во всяком случае, это мое восприятие. Я не знаю, отражу ли я более-менее общее мнение, но мне кажется, за эти 4 месяца у нас поменялось мнение, отношение ко многим. И имиджи поменялись. Вот имидж Ксении Собчак лихо поменялся за последнее время, мне кажется. Как поменялось внутри Ксения Собчак за эти 4 месяца, в том числе и благодаря интернету? Но я знаю, что за это время, там, ну не 4, может быть 5 месяцев, вызвали Твиттер. Очень успешно.
и стали большим блогером. Я на сайте «Эхо Москвы» постоянно читаю вас, вас много цитируют и комментируют. Что поменялось внутри вас за это время? Вот вы знаете, наверное, так в жизни бывает, такая ирония судьбы, что, наверное, я должна быть благодарна интернету, ну, больше всех на свете в этой стране, потому что я даже была... больше, чем Тина Канделаки? Ну, давайте не будем сейчас в суе. Зачем? Не нужно. Не провоцируйте меня, друзья. Вы же знаете сейчас. Я спрячусь. Дам волю рукам. Так вот, я что хотела сказать? Что я всегда критиковала все социальные сети, совершенно в этом ничего не понимала. И в этом смысле была совсем как Путин. То есть я совершенно не жила жизнью интернета, у меня был только имейл, я писала свои статьи, рассылала в журналы, и мне казалось, что ну, вообще я не понимала, как можно что-то написать, если ты журналист, бесплатно. Вопрос не в $300, которые ты получаешь от того или иного журнала. Но я человек, который ценю свое рабочее время и считаю, что ты в любом случае всегда так считала. Если ты работаешь, а не развлекаешься, ты должен за это получать деньги. Большие, маленькие, зависят от издательства, от твоей заинтересованности, от твоих талантов. Но тебе за это должны платить. И для меня была искренняя всегда такая эмоция удивления, почему эти люди пишут в ЖЖ абсолютно бесплатно. Зачем что заводить какой-то твиттер и рассказывать о своей жизни, если ну, ты это делаешь, совершенно не получая за это никакие деньги. То есть одно дело, когда ты снимаешь программу телевизионную, там дурачишься, что-то из себя изображаешь, рассказываешь про те или иные события, но тебе за это платят, это твоя работа. И ты, говоря своим родственникам, что ты знаешь, я еду на работу, ты понимаешь, что ты тратишь там несколько часов своей жизни, работая, получая при этом удовольствие, может быть, делая какие-то интересные проекты креативные. Но это работа, это не развлечение. Вот для меня всегда мне казалось, что если у тебя есть свободное время, гораздо лучше его потратить на поход в кино или на общение с друзьями, чем сидеть и еще и в свободное время что-то там где-то строчить. Вот это была моя примерная позиция до того момента, как я не оказалась в поезде по направлению в Пензу и забыла книгу дома, в общем, ничего с собой не взяла, кроме телефона у меня ничего не было. И в этот момент я попала в удивительный мир Твиттера. Вот так это произошло со мной. Ну, а дальше вы все знаете, я могу сказать только следующее. И в этом тоже такая большая ирония судьбы. Я за это время, я не могу сказать, что я как-то кардинальным образом поменялась. Поменялось только одно. Поменялась моя такая явная гражданская позиция. Я раньше о каких-то вещах молчала, сохраняла нейтралитет. За эти месяцы я стала открыто говорить о каких-то вещах, которые меня стали гораздо больше беспокоить, чем беспокоили раньше. Но как человек я не поменялась. Мой круг общения в какой-то мере, наверное, поменялся, но у меня какие-то мои друзья, они как были, так они и есть. Я всегда общалась с определенного рода людьми, умными, интересными, образованными. Я всегда много читала, я всегда много увлекалась разными вещами. Но об этом просто никто не знал. И вот эти статьи, которые я писала раз в месяц, оказывается, это имело гораздо меньший эффект, чем 140 знаков в Твиттере. И в этом парадоксальность нашего сегодняшнего мира и механизмов изменений мнений в этом мире. Вот мне кажется, это очень важный момент, потому что люди, которые меня знают хорошо, они понимают, что вот этот эволюционный процесс, естественно, там с 20 до 30 лет произошли огромные изменения. Но они происходили в очень такой маргинальной зоне и совершенно были невидимы вот той аудитории, которая все равно смотрит меня в каких-то массовых телевизионных продуктах. Поэтому оказалось вдруг, спустя все эти годы, что 4 года журналистских расследований в журнале GQ, колонки в «Русском пионере», какие-то мои репортажи, какие-то мои статьи и так далее, все это имеет гораздо меньшее значение, чем написать несколько жестких фраз в Твиттере или чем написать какой-то блог в ЖЖ. И это та реальность, в которой мы уже живем. Она может нравиться, она может не нравиться, но лично для меня интернет стал вот той площадкой, в которой люди
Не то, что они увидели новую Ксению Собчак. Это миф, друзья, я вас хочу расстроить. Нет никакой новой Ксении Собчак. Есть просто Ксения Собчак, которая жила все эти годы и очень четко разделяла какую-то свою деятельность на телевидении и свои личные мысли, и свое мировоззрение. И говорила об этом, но просто в другой форме, более мне привычной, со страниц глянцевых журналов. И перейдя вот совершенно в какое-то другое качество, вот в это качество интернет-блогера, ужас, я никогда не думала, что слово «блогер» будет относиться к Ксении Собчак. Мне кажется, это из разных вселенных. Но это так. Да, Катя, это уже Ксения, произошло. Да. Я очень этому благодарна, потому что это правда очень, как сказать, это удивительно изменило массово восприятие людей меня. Это правда Ксения, произошло. Ксения, так вот этот Твиттер тебя завел на Болотную площадь. В чем вот причина этого? Нет, нет, это вообще не связанные вещи. В том-то и дело, что Твиттер — это просто как некое средство коммуникации с обществом и разговора от первого лица. Не в телевизионном продукте, а в интернете. А вся история, которая произошла, связанная с протестным движением, это отдельная тема, тоже очень интересная. Мне кажется, что я уже тоже об этом говорила. Мне кажется, что наши власти, они упустили самое главное. Все остальное уже сейчас, я не знаю, как это можно будет наверстать. Произошла самая главная революция, техническая революция. Но так как люди, которые находятся у власти, они живут совершенно в другом дискурсе, и там Ксения Собчак хотя бы в 30 лет нашла в себе силы понять, что мир изменился, пришла в интернет и начала там активную деятельность. И то в 30 лет это, наверное, сложнее было сделать, чем, например, в 20. А людям в 60 лет это сделать, ну, вероятность близка к нулю. И поэтому произошло главное, пропустили техническую революцию. То есть все каналы коммуникации, которые находятся под контролем, они остались. Те же летучки главных генеральных директоров каналов в Кремле, те же посылы по новостям и те же несвободные СМИ. Те же телевизоры, которые по федеральным каналам горят в квартирах и селах всех россиян. Но только там уже не сидит прогрессивная часть общества. То есть эти отображатели какой-то нереальной действительности остались, а людей уже там нет напротив экрана. Там остались люди либо с низким уровнем образования, либо люди там, в селах, не имеющие доступ к интернету, либо старшее поколение. А вся молодая, прогрессивная, пассионарная часть общества, она ушла в интернет. И, соответственно, просто технически, прозевав этот момент, сейчас уже изменить ситуацию невозможно, потому что с каждым годом в стране будет все больше и больше людей, которые будут осваивать эти технологии. Учитывая, что именно в пространстве интернета сейчас находятся какие-то свободная журналистика, какие-то программы, интернет-вещание, которое, на мой взгляд, будет наращиваться. Именно там будет происходить самое живое, самое интересное и говорящее с аудиторией на их языке. Это очень важно, потому что телевизионный язык, он тоже поменялся. И, к сожалению, наши руководители телевидения не то, что этого не чувствуют, я считаю, что они этого чувствуют, но просто их аудитория, она понимает тот язык. Аудитория интернета говорит на другом языке. Им не интересны эти телевизионные форматы, им интересно общаться по-другому, им интересно читать другое, им интересны ролики, а не 45-минутные программы, построенные по определенному формату. Поэтому это, как сказать, неизбежность, в которой мы живем, и вот эта техническая революция в любом случае, вопрос времени, год, два, 3 года, 6 лет, будет набирать обороты, и в этом смысле Болотная будет только расти в геометрической прогрессии. Я единственное, что понял, то есть не понял, а вот навсегда, так сказать, зарубил себе на носу, что Ксения Собчак завела себе на старости лет, как она сама сказала, Твиттер, а он завел ее на площадь, на Болотную. Неправда. Нет, это не связанные вещи. Это просто... Ну, совпало, когда в Пензу я полетел 27 сентября. Тогда, простите, оболотный... Не все сразу, ладно, вы ходили прямо из поезда на площадь. Можно я просто предложу трактовку? Мне кажется, что вот то, что ты имел в виду, что реальность... Я не знаю,
работает, да? Реальность Ксении, что ты хотел сказать, что реальность Ксении изменилась от того, что и то, что Ксения, насколько я правильно понимаю, вы имеете в виду про 60-летних, скажем так, что их реальность не меняется от столкновения с этим медиа, потому что, и соответственно, в этом смысле то, что ты говоришь про Болотную, имеет, конечно, свой резон. Но я хотел сказать, на самом деле, другое. У меня нет ощущения, что прям проспали эту революцию. Дело в том, что так оказалось. Я не знаю, ну почему. Может быть, это последствия того, что у нас была такая гонка вооружений и так много было хорошо обученных технических специалистов, программистов много хороших. На самом деле, мы, конечно, ничего не проспали. Кто-то проспал, да. Но, в принципе, Россия является номер два страной в интернете с точки зрения технологий развития. Конечно, можем говорить о том, Китай нас обходит по количеству, по качеству, может быть, тоже сейчас обойдет и так далее. Но если говорить о глобальном рынке, там крупнейшие поисковые системы, не американские, как бы оригинальные, которые не являются калькой, в общем-то, у нас. И многие другие новые вещи. Я к тому, что на самом деле вот эта среда костная, жесткая и так далее, ее тоже можно рассматривать как некий гипс, потому что, в принципе, были даны заверения властями русскими еще там в конце 20 века о том, что не будет вмешательства в интернет. И, честно говоря, вот до настоящего момента мы дожили все. То есть то, что произошло у нас, отчасти объясняется тем, что все-таки была какая-то установка это не трогать и дать этому вырасти. И в этом смысле у меня нет ощущения, что проспали, у меня есть ощущение, что ну, все произошло, так должно было. Другое дело, что выращивали, да. Нарочно, но другое дело, что сейчас, конечно, когда это становится реальной силой, и при этом это становится, как Ксения говорит, я вот здесь склонен просто, так сказать, доверять ее словам, потому что она лучше знает, что, может быть, не совсем люди понимают, что это такое, не знают, что с этим делать. И сейчас, как пытаются определиться с этим, из-за страхов просто выползают всякие странные люди, начинают без суда, без всего закрывать какие-то сайты, как там вот сайт фонда Рылькова, который занимается терапией, там, снижением вреда, работает с наркоманами, они же не продают наркотики, но все равно ФСКН их на всякий случай закрыло. И вот как бы темные силы, темные не в смысле, что они какие-то плохие, а в смысле, что они маленькие, ориентированные на страх, на подавление источников враждебной информации, знаешь, как вот по батареям работать, там вот какой-то вражеский огонь, какой-то непонятный дискурс идет из этой точки, давайте накроем квадрат. Вот, мне кажется, такие настроения просто появились. И мне кажется, самое главное, что сейчас нужно. Сейчас нужно, конечно, чтобы вот эта энергия пассионарная, которая проявилась в этом пространстве интернета, чтобы она научилась тоже себя в каком-то смысле защищать, отстаивать, но при этом находилась в какой-то парадигме конструктивного действия. Потому что, когда, во-первых, сейчас нет реальной возможности взорвать ситуацию, как мне кажется, и поэтому действия по ее взрыву, они во многом бессмысленны. То есть, мне кажется, если там кто-то хочет революцию в России, ну подождите немножко там, ну, подготовьтесь. Вот. Ну я серьезно. Так не бывает, что вы можете в стране срезать угол. Потому что если у нас люди голосуют на выборах, если вы проведете честные выборы в России, то, я думаю, победят не обязательно те люди, которые на площади были совсем. То есть это значит, что, на мой взгляд, смысл того, что сейчас происходит, это то, что вот это пространство должно транслировать свои ценности на гораздо более широкие круги людей. И тогда вот эта сетевая элита, там, люди 21, как угодно вы их можете называть, могут рассчитывать в следующем туре на хорошие результаты и на программирование реальности в свою пользу. Но это нельзя решить с помощью атаки на существующие институты напрямую. Да, но транслировать каким образом? Что вы имеете? Я имею вот эти коллективные действия, например, эти акции, митинги. Это была трансляция ценностей, безусловно. Во-вторых, то, что сейчас происходит, я вижу сейчас очень много интересной публицистики, жанр, который, я думаю, умер в 90-е. Когда люди всерьез обсуждают, как относиться к разным вещам, нужны ли вообще лидеры для этого движения, что может быть это движение без лидеров, может быть это должна быть... И вот само по себе вот это циркулирование дискурса создает на самом деле эту среду, создает ценности, и так же, как в конце 80-х, мы в итоге должны выйти на некую общественную волну, то есть большое количество людей должно разделять ценности. Тогда администраторы в обществе, они естественным образом так или иначе либо подстраиваются, либо меняются. Но это нельзя сделать силовым, потому что если вы идете через силовое, у вас выходят вперед совершенно другие люди. И все происходит совершенно по другому сценарию, который, мне кажется, никому не нужен на самом деле. Спасибо. Кроме этих людей. Ваня отличную мысль подал насчет трансляции обсуждений. Это Дима Чернышов. Мне кажется, он сейчас... Ну,
по моим личным ощущениям, главный пострадавший на этой сцене, на самом деле, от последних месяцев в том числе. Ну смотри, Дим, ты один из самых популярных блогеров, тоже цитируемый. Эти 10 лет или 12, сколько, вы, популярные блогеры, ну прям скажем, не политические, жили себе, не тужили, вас цитировали, звали там куда-то, спрашивали и так далее. И вдруг на авансцену выходит Ксения Собчак, выходят другие люди, совершенно эти 10 лет поносившие благосферу, все социальные сети, относившись к ним пренебрежительно, и вдруг возглавившие все это, где вы на обочине? Ну, на самом деле, мне кажется, что на интернет нельзя смотреть как на точку, да, то есть это процесс, причем процесс, который очень быстро набирает скорость, и мне, например, гораздо интереснее не то, что происходит сейчас, а то, что происходит через несколько лет. Путин, ну, как бы много о нем не говорили, он, ну, скучный, неинтересный, бездарный человек, и он будет сметен. Они мимикрируют под политику теперь. Нет, нет, правда, это настолько неинтересная сама по себе тема Владимира Путина. Ну, будет там дворцовый переворот, его свои, табакеркой в висок уберут там. Или это, ну, это вопрос неизбежный, да, то есть это помеха на пути развития страны. Естественно, она будет сметена. Гораздо, на мой взгляд, интереснее тема – это то, насколько сильно интернет меняет сознание человека. И вот эти вот изменения, их никто не замечает, ну вот так вот серьезно. Они на порядок сильнее всего госаппарата там, вместе взятые. Я попробую пояснить, что я имею в виду. Начинает меняться сознание людей, причем с очень большой скоростью. И меня, например, пугает, что этого никто не замечает. Там, например, происходит твиттеризация сознания. Да? Люди перестают воспринимать большие объемы текста. И меня это сильно пугает. То есть, когда у человека появляется стена, да, ну вот он видит большой объем текста, он отключается просто. Я это не буду читать. При том, что есть огромное количество идей, которые вы через Твиттер не передадите. Появилось поколение, сейчас есть такой термин, люди-блины. То есть это люди, ну, вроде бы широким кругозором, но крайне тонкие сами по себе эти люди. То есть там копнуть не на что, то есть с ними даже не о чем поговорить. Настолько, ну, настолько в людях нет глубины. Или, ну, условно говоря, такой ленточный процесс. А вот я поставил лайк, да, и я борюсь с режимом с этим. Да, вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, интернет ну, настолько сильно меняет сознание и не сознание, и мир в положительную сторону. Например, я уверен, что там ваши дети, они будут работать там, на специальностях, которых еще не существует физически. Да? И по большому счету, ну, не надо там ни обожествлять интернет, ни проклинать его. Интернет – это инструмент, который, собственно, умеет делать только две вещи. Все, больше интернет не умеет делать ничего. Первая вещь – он умеет распространять информацию моментально. И вторая вещь – он позволяет искать информацию. Все. Вот, и одного вот этого достаточно для того, чтобы интернет объединил в себе огромное количество средств, других массовой информации, он просто их поглотил. Да? То есть как он съел газеты, так он съест журналы, так он сольется в экстазе с телевидением, да, и, ну, там не будет разницы. То есть даже смешны попытки контролировать там первые каналы. Это смешно, завтра этих телевизионных каналов будет тысячи. И вопрос будет идти не люди будут выбирать не между там, что им смотреть, там Первый канал или ТНТ, не будет такой проблемы. Люди будут смотреть передачи конкретные, сами себе набирать вот это вот все. Вот. А возвращаясь к вашему вопросу, ну, про Ксению Собчак, потому что меня только радует, что больше людей приходит в интернет. Конечно, конечно, Ксения нас очень радует. Прямо, знаете, вы так заговорчески смотрите, знаете, как девственница, которая первый раз заглянула в публичный дом. То мы всем людям рады, заходите, конечно. Да. Но вы знаете, можно небольшой... Чуть-чуть по-людоедски это звучит. Первая доза бесплатно. Не надо таких прямых аналогий, Ксения. Да. Но мы можем все обсудить. В любом случае...
Браво! В любом случае, то, что я на самом деле хотел сейчас сказать, мне кажется, очень важно, потому что, вот, уважаемый, можно я буду Митрич говорить, прям как, чтобы плейсмент был. Мне кажется, вот очень важно, что меня больше всего в интернете, вот, то есть я пел интернету дифирамбы, там, не знаю, с 97-го года. Вот, я обнаружил несколько вещей, которые меня чудовищно раздражают. Значит, самое главное, что я обнаружил, это то, что все-таки при том, что я сам пою тоже, опять-таки, песню про коллективное сознание, я обнаружил, что в интернете очень серьезно усиливается коллективная психология. То есть очень легко можно стать жертвой там, травли, заслуженной или незаслуженной. И парадокс в том, что есть там 10 тысяч человек, которые тебя троллят, там ни один не полезет в Google посмотреть вообще, правда это или нет. То есть это как бы мы имеем дело с какой-то средой электрической, где просто может быть перенапряжение, короткое замыкание, все что угодно. Это очень странные вещи. Потом тоже, соответственно, мы имеем дело со средой, в которой формируется комьюнити или сообщество. Каждый из них разделяет какие-то свои ценности. Для людей внутри сообщества работает вообще какая-то новая мотивация, которую я раньше не так встречал, в общем-то. Люди при встрече с новой информацией первым делом хотят доказать лояльность сообществу. То есть они на самом деле отстреливают чужого. Даже если они сталкиваются в каких-то левых комментариях, потому что они представляют группу. Они работают как амбассадоры своей группы. А у группы тоже есть своя какая-то коллективная задача, коллективная игра. Ты сейчас так рассказываешь, как будто этого до интернета не существовало. Это существовало до интернета, конечно же, но это никогда не было в такой степени важным для коммуникаций. Потому что никогда это в такой степени не определяло то, что происходит. И вот здесь, мне кажется, крайне важным, что должны быть все-таки какие-то здравомыслящие люди. И мне кажется, нам очень важно в интернете избегать тех вещей, которые нас так достают в реальной жизни. То есть интернет чем хорош? Там нет насилия. И в принципе интернет, по большому счету, у Вендерса был такой фильм даже «Конец насилия». Там очень подробно это объяснялось, но не по отношению к интернету, а к другим вещам. Неважно. Идея в том, что когда вы слышите крик жертвы, каждый раз, когда кого-то бьют или мучают, каждый раз, когда творится несправедливость, об этом сообщают, это исключает некоторые вещи системно. Это не происходит сразу, это происходит на протяжении времени, через стресс, через постоянные кампании, через какой-то визг, вой, там, вот это все. И мне кажется, что самая главная ценность, которую я бы хотел надеяться, будет транслироваться. Я пока даже не вижу, кто ее будет транслировать, потому что всем нравится вот эта ярость благородная, все ярятся. Путин там никто, он просто бездарь, там, помеха на пути развития России. Я не знаю, вот я познакомился с Медведевым лично, он мне понравился. То есть, может быть, кто-то из вас там знает кого-то, просто вот у меня теперь критерий простой, личное знакомство. Вот я пока лично с человеком не пообщаюсь, я, например, отказываюсь просто выносить мнение. Потому что я обнаружил, например, всем нравится Прохоров, а все, не знаю, вот те вещи, которые я сейчас делаю с господином Медведевым в плане законодательного регулирования или прочее, это вещи, от которых отказался Прохоров. Во время предвыборной кампании я общался с его людьми. То есть нужно же думать тоже своей головой. Протестно – это очень хорошо. Но вот в моем, например, случае для меня решение тех задач, которые я вижу по общественному достоянию, по урегулированию, по созданию какого-то глобального общедоступного архива. Наверное, член большого правительства, да? Да. Но это... вот видите, как я сразу угадала. Послушайте, вот, вы знаете, я много членов большого правительства, но... Ваша очередная понятно. Кандалаковская профанация. Вот у вас Ксюша, же там все Ксюша, вместе в этом Ксюша, собрались, Ксюша. Ребят. Ну, смешно есть, слушать. Есть, послушайте. Нет, можно я скажу одну вещь? Секунду. Вы достаточно долго говорили, вот тут я хочу тоже вступить. Аргумент «Медведев мне лично понравился, и я основываюсь на личном общении». Ну вы простите, диктаторы иногда бывают очень обаятельными. Злодеи бывают невероятно обаятельными людьми. Вам виднее, нужно Ксюша. Судить по поступкам, друзья. Вам виднее. По поступкам и действиям. Я сужу. Вот то, что вы в большом правительстве, это поступок. А все ваши слова, это уже, знаете, нет, можно... Нет, Ксюша, это коллективная психология. Нет, я извините, не являюсь частью большого правительства. Говорить нужно о поступках того или иного президента. Ксюша. Президент Медведев мог в свой срок сказать о том, что выборы вот эти нелегитимны, и мы бы сейчас уже жили в другой стране. Вы простите, но это правда. И он бы вошел в историю навсегда. Может если быть. Бы это он но мог он сделать. Он бы не стал президентом, если бы он мог это сказать. Может быть. Но вы знаете, я согласна тоже, что... Иван Засурский не стал бы членом да. большого правительства. Но вопрос в том, что... Слишком много заинтересованных. Если бы Медведев даже в последние месяцы своего правительства проявил бы... некую решительность и политическую волю, он бы и сам остался навсегда в истории, без насмешек каких-то, без каких-то тегов в интернете, я не буду их повторять, потому что я против оскорблений, но это настолько очевидно, что люди
и я в том числе, настолько хотели видеть эти изменения, настолько хотели этой либерализации, настолько в это верили. И сейчас мы столкнулись с тем, что, ну, в общем, с тем, с чем мы столкнулись. Я согласен. Человек последние два месяца имел исторический шанс полностью переломить в нашей стране ситуацию. И сейчас я вас хочу всех предостеречь в присутствии господина Засурского, что вот это самое, что сейчас страшное, но толпа троянских лошадей, не от Ксении Собчак это будет услышано, но тем не менее, которые просто ломом ворвались вот в эту жизнь, большое правительство. Вот вы говорите, мы молодых не пускаем, вот мы их пускаем. Но все молодые, все как один завербованы, все вот со своими как бы счетами с властью, и у всех свой интерес. И получается, что в этой, и в интернете, кстати, сейчас будет то же самое, потому что там тоже свои команды, вот этот Рыков-не-Рыков, интернет-не-интернет, они приходят к чиновникам, которые ничего об этом не знают. И дальше они говорят, ну, у нас столько, вот нас 50 тысяч посмотрело, вот 100 тысяч. Это все боты, это никакое не имеет отношения к реальности. Этих людей никто не смотрит. Они делают какие-то адские, бесталанные ролики в интернете. Но так как они это продают человеку абсолютно, который в этом не знает вообще ничего, и это идет по цепочке до самого низу среди таких людей, то они продолжают вешать эту лапшу на уши, эти шоу «Камикадзе», эти «Раша.ру», эти бесконечные лайв-съемки и так далее. Люди всегда чувствуют живое и настоящее. Именно поэтому они чувствуют, что «Дождь» — это при всех минусах, и при том, что мне там многое не нравится, но это настоящее и живое. А вот все эти подложные сайтики, все это спонсируемое администрацией говно, простите, вот это все мертвая абсолютно история. И давайте учиться распознавать, потому что сейчас время оборотней, друзья. Сейчас вот это все будет в серой зоне такой. Ну, это вроде симпатичный человек, и я в большом правительстве, и я меняю все на благо страны. Это все бесконечная череда разводок. Вот эти шесть лет мы их будем видеть в огромном количестве. Поэтому единственная позиция порядочного и честного человека — это вообще не идти ни в какой такого рода компромисс. Да, мы должны идти на компромиссы, да, мы должны искать позитивную позицию. Но, понимаете, вот по одной речи господина Засурского про то, как ему понравился Медведев, вы еще не успели рассказать про то, как вы ему в глаза посмотрели, и вот вы поняли эти добрые глаза, светящиеся. Давайте дадим это досказать. Да, да, да. Слушайте, ну как так можно? Вы же серьезный, уважаемый человек. Ну какое большое правительство? Вы выйдете из этого большого правительства, и поверьте, вот вам весь зал поаплодирует. Я права, друзья? Да или нет? Да или нет? Он в него не ходил, нет у никакого большого правительства. Да, химера. Илья, спасибо просто. Большое, просто Илья меня немножко лучше знает. Просто понимаете, извините, Ксюш, вы-то уйдете, а им с ним жить. Поэтому аплодируют сдержанно. Дело не в этом. Сейчас все очень просто. В 2000 году я и мой друг Борико Горлицкий вдвоем били телевизоры напротив Большого театра, памятник Карла Маркса, нас под музыку «17 мгновений весны» показывали. Мы говорили, что вы делаете? Вы сейчас выбираете на чеченской войне себе человека, который останется. И в тот момент как бы мы были единственные вообще. Сейчас прошло 12 лет, значит, повыскакивали люди, которые говорят, единственная позиция правильного человека. Я слушаю, где вы были вообще? Вы что, слепые, что ли? А теперь давайте... Мы росли, набирали силы, читали книжки. Так вот, давайте я вам следующий как бы, курс повышения квалификации сделаю. Уверена, что он мне от вас конкретно нужен, лично от вас. Дети из хороших семей, то есть собрались, друг друга учат. Спасибо, Илюш. Вот это, кстати, позиция, вот извините, пожалуйста, но вот именно из-за такой позиции, я считаю, люди больше вышли на Болотную, чем из-за того, что они не согласны с диктатурой или авторитарным режимом. Есть всегда люди, которые говорят, где же вы были, мы вот тут давно пост караулим. Друзья, именно это старшее поколение, звучит цинично, но оно плохо стареет. Что я имею в виду? Оно не хочет никуда уходить. Они уже 50, масочки там, что-то тут подколоть, тут заколоть, спортзал. И им в 60 кажется, что им все равно там 20. Они никуда не хотят уходить. Они вот старшее поколение, они все это знают. Согласись, пожалуйста, что то, что вышло на Болотную, есть на самом деле заслуга и Медведева. Он не этого хотел. У него случайно получилось. Но вот эти вот все его эти вещи относительно твиттеров и так далее, это результат этого. Речь не об этом. Вы не представляете, у меня все очень просто. Я вам сейчас все расскажу. Я уложусь в 2 минуты. Время пошло. Да.
История такая. Это тема коллективной психологии. Я не являюсь частью какой-либо группы. Я еще со школы страдал. Вот одни мальчики сбивались вместе в одну кучку, там, еще кто-то в другую кучку. А у меня всегда была какая-то моя история. И так же я остался сейчас. Я не являюсь там, не получаю нигде в этих госорганах там, какие-то зарплаты. Мне никто... послушайте, у меня совершенно конкретные интересы. Я хочу, чтобы в этом мире, на этой планете, изменился режим охраны авторского права. Я хочу еще, чтобы Википедия в России была легальной, и чтобы у нас был информационный коммунизм, то есть чтобы люди имели доступ бесплатно ко всему советскому культурному наследию, и чтобы люди имели доступ ко всем казенным, сиротским документам, создаваемым государством. У меня моя совершенно конкретная политическая агенда, как президент Ассоциации интернет-издателей, я ее продвигаю. Я не хожу на митинги ни за, ни против. Я прихожу посмотреть, как ОМОН разгоняет, чтобы убедиться, что действительно, да, вот правда то, что говорят, что это происходит. Действительно, я и на Триумфальную прихожу иногда посмотреть, как там людей бьют, и вот и на Пушкинскую с я большим интересом. Я узнаю почерк одной моей подруги бывшей. Конечно, и иностранцев привожу, говорю, смотри, ты видишь, ты прямо в центре событий. Он говорит, да. Ну вот, и я к чему все это говорю? Вот единственный человек в России, с которым выборы прошли, камон, я как бы не про политику, я ни за что не агитирую. Единственный человек в России, с которым я могу обсуждать вопросы изменения авторского права в мире, свободных лицензий и прочее, это Медведев. Может быть, это казус, может быть, все остальные... Недолго тебе осталось, Вань. А вот Ваня, я... а вот это уже оскорбление. То есть, это знаешь, это Саша, мне кажется, все. Саша говорит не точно, потому что мне кажется, что сейчас то, что происходит, это совершенно другая история. Вот Ксюша, например, говорит... Вам нельзя ни в чем участвовать. Не подходите близко, не идите на компромиссы. Я надо говорю, участвовать, но не надо участвовать в блядстве, простите. Ксюша, вот, вам виднее. Это, вам виднее, знаете, Ксюша. Участвовать Ксюша, можно и нужно. Но я нельзя согласен. Участвовать в чистых профанациях. Вам почему можно, и вам, нельзя. Вам в том числе, хорошо. Вы достойный человек, я отношусь к вашей окей. деятельности с большим уважением. Но в том, что, в чем вы участвуете, простите, я не что, могу я, относиться я понимаю, почему Пономарев сидит, молчит. Он боится, что ему скажут, сдай мандат сейчас. Дойдет и до того. Нет, послушайте, все гораздо... Завершить вопрос про блядство, конечно. Нет, подождите. Сейчас дойдет. Нет, подождите. Все очень просто. На самом деле, сейчас происходит технологическая революция. Это очень точные были слова. Что это значит? Это значит, что должны быть какие-то новые способы взаимодействия между людьми и в том числе новые способы управления. Каким образом будут простраиваться эти системы мониторинга за неправосудным преследованием? Вот то, что с Козловым происходит, с Ольгой Романовой. Мы все знаем, что в России самая главная претензия у всех – это правоохранительная система, судебная и так далее. Это не решается властью, это могут решить только люди. Причем здесь как бы отношения с властью, я не понимаю. Главное, чтобы кто-то занимался тем, чтобы были реальные системы обратной связи, реальные системы мониторинга, на основании которых можно что-то требовать. Потому что замена одних лиц на других, в моем понимании, значит меньше, чем замена технологической платформы самой системы управления. И в этом смысле я не готов участвовать в каких-то там сейчас политических проектах и так далее, именно потому, что я старательно... выдерживаю линию специалиста, который сейчас занимается технологической революцией и консультирует всех, кто ко мне обращается. Если кто-то от меня хочет что-то узнать, я этому расскажу. Почему? Потому что я считаю, что на самом деле вот эти маркеры политические, это вот как люди, блин, вот как Митрич сказал, это очень точно. Это уровень неразвлечения. Нужно на самом деле понимать, что происходит. Нужно на самом деле видеть, где реальные дела и делать их. И не важно с кем, не важно как, главное, чтобы общество менялось, потому что то, что нужно изменить, всем на самом деле понятно, но это совершенно не транслируется на реальную систему управления, это нужно сделать через митинги, через какие-то системы обратной связи, через встречи с кем угодно. Да какая разница? Понимаете, в чем дело? Ванечка, 4 минуты задача прошло. Важна. Ну, я, мне кажется, закончил. Спасибо большое. Вдвое больше, чем обещал. Вот Илья Пономарев здесь потянулся к микрофону. Я чуть-чуть хотел продолжить то, что говорит Иван. Вот он говорит, я специалист, и политика, я не о политике в данном случае. Вот Пономарев, он о политике. И более того, за этот небольшой исторический промежуток произошла такая вещь, когда люди не политические, вообще бывшие далеко от политики, в нее пошли. И, например, ну я не знаю, игрушечные, не игрушечные, но стали депутатами муниципальных собраний. Да, правильно это называется? Районных собраний каких-то, муниципальных. И это блогеры, это наши с вами коллеги вообще, наши тех, кого мы читали вчера, и за людей-то, в общем, не считали особенно.
Вот, смотри-ка ныне, там где-то избрали их. Реально ли, что они могут реально? Является ли это какой-то ступенькой выше? Могут ли они информировать общество через это? Или это тот потолок, на который они способны вот благодаря этой нашей небольшой условной интернет-революции? Да нет, ну действительно от этих муниципальных депутатов ничего ровным счетом не зависит. И это еще такая ловушка, еще Лужковым в свое время спроектированная у нас в стране, когда ему говорили, что надо делать, чтобы все-таки местное самоуправление у нас было. Ну, раз надо, то тогда сделаем такое самоуправление, чтобы оно очень самоуправлялось и больше ни во что не лезло. Вот. И так это и было сделано. Поэтому эти выборы — это скорее такой маркер, потому что действительно избирали людей, которых никто не знал. Что они там собираются делать, никто и не знает. Я вот лично ходил, голосовал просто по критерию того, кто кем выдвинут. Да? И потом, правда, выходя с своего избирательного участка, увидел одного из кандидатов, за которого я только что проголосовал, первый раз увидев эту фамилию в избирательном бюллетене, которая была кандидатом от «Яблока» и, значит, сказала мне там про фальсификацию, карусели, мы поехали вместе ловить эту самую карусель, да, то есть так и познакомились. Но голосовал я не потому, что вот там она там женщина, или там я ее знал раньше, или то есть, а просто потому, что вот ее выдвинуло «Яблоко». Я проголосовал за одного трехмандатный округ у нас был, за коммуниста, за эсера и за яблочника, да. Вот. И это такой возврат, на самом деле, в ситуацию конца 80-х годов, которую я очень хорошо помню, начало всей этой активности, потому что там и родители мои участвовали, я участвовал сам, то есть ходил, клеил эти листовки, а все листовки, значит, которые были от, значит, тогдашних якобы коммунистов, да, то есть, ну, якобы, слушай, они не коммунисты, но представители КПСС, да, мы ставили печати, да, что это КПСС, потому что они все маскировались, они стеснялись сказать, что они от КПСС. Мы ставили на это такую резиновую печать, что это КПСС, не голосуйте, да. Вот, и люди не голосовали, а голосовали за абсолютно любого человека, который выдвигался там от межрегиональной депутатской группы, да, то есть, вот, и так мы там формировался там Моссовет, то есть, в свое время, потом и российские депутаты также были избраны, да и союзные депутаты так избирались и так далее. А в итоге на выходе всего этого мы получили Ельцина, да, то есть, который был человеком абсолютно без каких бы то ни было обозначенных политических взглядов, да, то есть у него были вот определенные политические устремления, да, но не было политической платформы. То есть вот у него было абстрактное собственное представление о том, что такое демократия, там свободы СМИ и так далее. В итоге мы избрали этого человека, чтобы сломать монополию КПСС, у нас получилось. Значит, потом этот человек сломал старую конституцию, мы его там, кто поддерживал, кто не поддерживал, да, то есть, но были расколоты относительно этого, хотя уже тогда говорили, просто дословно говорилось, что результатом принятия новой конституции будет приход к власти ГБшника, который вотрется в доверие, значит, и использует эту суперпрезидентскую конституцию для того, чтобы развернуть ситуацию в совершенно другую сторону. Просто дословно именно это был сценарий, который говорила там демократическая общественность, которая выступала против. Да? И в итоге мы имеем сейчас, что имеем. И тот путь, который мы проходим сейчас в нашем новом протестном движении, он на самом деле ровно такой же, да? Потому что возникает там, например, там Алексей Навальный, да, то есть который там, безусловно, он мой друг, и я его давно очень знаю, и я-то его взгляды как раз хорошо понимаю, да? Но подавляющее большинство людей эти взгляды не знает. Сам Леша про свои взгляды не рассказывает, понимая о том, что он расколет тем самым людей. Кто-то будет за него, кто-то будет против него. А главное, если он будет говорить про свои политические взгляды, то это будет повод потом ему предъявить о том, что ты говорил, что вот так будешь действовать. Да, это существенно ограничит маневр в будущем. И поэтому на самом деле в нынешнем виде мы можем получить только еще один возврат ельцинского сценария. Да? То есть мы не можем на этом сделать ничего другого. И на самом деле основной вызов, который вот эти все коммуникационные там, интернет-технологии нам дают возможность реализовать конструктивно и по-другому, чем это было тогда, это как раз навязать на самом деле любым людям, которых мы выдвигаем, необходимость обозначить свои взгляды, да? А потом четко себя
выстроить. Вот мы за эти взгляды или мы против этих взглядов? Ведь надо еще одну вещь очень важную сказать. Мы здесь говорили, там мы просто говорим, вот интернет, а вот не интернет. Вот там бабушки, да, а вот, значит, там прогрессивное, значит, сообщество. Да? Это же тоже не так совершенно. Да? Потому что даже вот в интернет-среде я бы ее, например, совершенно четко бы разделил на людей, условно, Facebook и людей ВКонтакте. Это совершенно разные среды. Они по-разному выстроены, в них разные политические предпочтения. Ну, согласитесь, что вот. У них гораздо больше общего, чем, ну, знаете, как вот люди разных религий, им легче хотя бы понять то, о чем они говорят, чем найти общий язык с атеистом. Вот так же и здесь. Люди ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере, может быть, это разные группы, но при этом у них гораздо больше общего, чем у людей, которые вообще не знают этой субкультуры. Ты знаешь, а черт его знает на самом деле, потому что ВКонтакте же выстроено по-другому принципу. Оно внешне вроде как копия Фейсбука, да, то есть я не знаю, сколько ты в ней проводишь время, да, то есть вот, но там совершенно другого, другой вот социальные правила, они совершенно другая другие. Другая экосистема. Ну, смотрите, многие экономисты, и в том числе психологи, вот в частности я у Роджерса об этом очень интересно читала, говорят о том, вы, наверное, слышали эту теорию, что людям из разных стран, но находящимся на одном социальном срезе, ну, образно говоря, двум дальнобойщикам из Англии и России легче найти общий язык между собой, чем дальнобойщику найти общий язык, не знаю, там, а другой умный человек сказал, что внутривидовая борьба самая ожесточенная, да? Это к другому имеет отношение, самая жестокая, да, внутривидовая борьба самая жестокая, это тоже правда, но одно с другим не связано. Людям легче понять друг друга, находясь в одном социальном срезе или в одной субкультуре. И при этом, конечно, и вражда, и конкуренция в этой субкультуре может быть гораздо более жестокой, чем за границами этой субкультуры. Но то, что им лучше и легче друг друга понять, то, что вам легче понять ваших оппонентов и легче понять людей, с которыми вы переписываетесь, чем пожилой женщине, там, пенсионерке, что вообще такое культура социальных сетей, это тоже правда, потому вот что вам просто будет вот тяжело этим, это объяснить. Вот я с этим не согласен. Да? Вот мне просто по практике, да, то есть как депутату, да, объяснить пенсионерке свои взгляды гораздо проще. С политиком. Неужели да. он сказал, что мне сложно объяснить человек, конечно, да? метит просто на этот электорат. Илья, как настоящий политик, он понимает, что бабушки — это сила, поэтому нельзя сразу отметать. Можно просто тему будущего все-таки. Мне кажется, друзья, что вот то, что я... Я прошу прощения, Илья, буквально я хотел продолжить просто твою мысль. Вот то, что я вижу в социальных сетях, это очень много агрессий, очень много такого вербального насилия, очень неуважительное отношение, в принципе, к людям. Возможно, это просто очень молодая среда, и она развивается, этикет как бы еще не установился и так далее. Может быть, какие-то были плохие примеры. Но мне кажется, что пока вот то, что я вижу, оно не так много дает, в общем-то, надежд. То есть надежды мы черпаем из каких-то других источников. А то, что мы видим в реальности сейчас, это культ насилия, но, как бы, может быть, там, где оно физически невозможно, но, тем не менее, как бы это жесты все время, это какое-то действие. Понимаете, это не совсем то, на самом деле, на чем что-то может вырасти. Мне кажется, что главная ценность, которая... Вот две вещи я только хочу сказать. Главная ценность, мне кажется, которую нужно взращивать и которая поможет раскрыть потенциал коммуникации именно новых медиа, это не насилие, а ахимса. То есть пока мы не считаем, что мы можем, имеем право насаждать свои взгляды, как бы мочить кого-то, травить, в этот момент мы становимся открытыми для понимания другого. Потому что до тех пор, пока мы считаем, что мы можем кого-то задавить, переубедить, замочить, мы просто не слышим. А это значит, что коммуникация не работает, значит, что интернет не раскрывает свой потенциал. Это первая вещь. И вторая вещь касательно того, как развиваются люди. Послушайте, реальность такова, что люди растут поколениями, и люди складываются. И от того, как складывается общество, вот эта мозаика, она просто потом ретранслируется на органы управления, на программу, на цели, политику, на все остальное, на отношения с соседями. Мне кажется, то, что самое главное сейчас, нужно просто дать людям знания. Потому что вот то, что, если говорить о том ужасном, что сделано вот людьми, которые сейчас у власти, мне кажется, что Россию пытаются превратить в индустриальную страну, то есть в страну заводов, как Китай. Может быть, это привычка, может быть, это опыт ГДР, может быть, это зависть к соседям как бы нашим. Но, в принципе, это путь, конечно, неправильный. То есть в России, в стране с такими традициями коллективными, в общем-то, и с таким большим советским коллективным наследием культурным, которое до сих пор пытаются как-то... Его не приватизировали, его до сих пор пытаются украсть, как бы. Это очень смешная драма такая. Но, тем не менее, в нашей стране, мне кажется,
с нашим уровнем неравенства, когда столько миллионеров, которые просто взяли там, построенные кем-то сталелитейное производство, там, Норникель, там, еще что-то, и теперь они такие красивые, как бы, непонятно почему вообще. В нашей стране реально социальная гармония, выход из конфликта с неравенством может происходить только через то, что люди должны получить открытый доступ к знанию. Образование должно быть бесплатным, хотя бы без диплома. Но люди должны иметь возможность реально расти. Люди должны иметь возможность реально входить в новые сферы, получать новые профессии, специальности. И понимаете, это очень простые две вещи. Они не звучат сексуально. Это не то, что митинг на площади. Не насилие и знания. И ценности экологические. Вот три вещи всего. Если три эти вещи будут, будет счастливая, прекрасная Россия. Если этого не будет, какая разница, кто у власти? Это все равно будет орки. Страна орков. Зачем это нужно? Вань, прости, пожалуйста, ты затронул, мне кажется, важную вещь очень насчет аудитории. Не путает ли здесь Иван активную, очень, может быть, небольшую, но крайне активную и мобилизованную часть аудитории, может быть, там хомячков, я не знаю, как угодно можно их называть, с вообще интернет-аудиторией, с блогерами, о которых мы сегодня говорим. Там рвался Митрич, я думаю, он по этой же теме, например. Да, и я хотел ответить Ивану. Ну, во-первых, по поводу травли в интернете. Интернет сейчас наступает на те же грабли, на которые в свое время наступил телевизор. Интернет, ну, учитывая то, что, учитывая продажность телевидения, интернет получил ореол святости, да, то есть как раньше говорили, ой, а я это слышал по телевизору, и это было все, значит, это абсолютная правда, да, вот сейчас телевидение потеряло этот авторитет, и он незаслуженно достался интернету. Ко всему, естественно, надо относиться скептически, да, и мне, я уверен, что интернет этим переболеет, но это просто детская болезнь доверия, да, любую фразу, от кого бы она, даже если я вам что-то говорю, да, все равно это надо перепроверять и относиться к этому скептически. Вот. Но интернет обкатывает одну потрясающую модель общества, которая изменит общество радикально. Это такая набоковская прозрачность, как помните в «Приглашении на казнь». То есть вот интернет фактически исповедует христианскую вещь прозрачности. О вас все абсолютно будет известно. Будет известно о ваших вкусах, о ваших поступках, о ваших фразах, о ваших комментариях и так далее. То есть вы становитесь прозрачным для любого человека. То есть, ну, христианскую, я сам атеист, я прошу прощения, что я так вот терминологией оперирую. Вот, но тем не менее, вы должны готовы в любой момент нести ответ за любой свой поступок, потому что он, вот вскрытие почты, движение наше очень характерно показало, да, как люди думают и как они действуют. Так вот, вот такая же прозрачность, отработав эту модель в интернете, да, вырасти в поколение людей, которые готовы отвечать за любой свой поступок. Это абсолютно нормально. То же самое будет и с государством, когда у вас будет весь бюджет прозрачен до последней копейки. Абсолютно точно. Абсолютно, да. И вы можете проверить расходы, и прозрачным будет, прежде всего, любой чиновник. Да? Вы можете посмотреть, где он отдыхал, сколько он платил за свой номер и сколько он при этом получал. Да? И уйдут... сейчас есть такое понятие, что демократия – это идеал. Демократически устроенное общество – это очень плохое, очень неграмотное, бездарно устроенное общество. Но это, еще раз говорю, это не точка, это процесс. Да? И вот сейчас будет появляться новое общество. Я не знаю, неважно, как оно будет называться. Да? Уйдет в прошлое тайное голосование. Абсолютно. Оно не нужно. То есть если вы голосуете за партии, которые... Зачем? Чего вы стыдитесь? Да? Что вас кто-то обидит там, и так далее? Нет, с работы уволят просто. Ну ты чего? Ну нет. Ну согласитесь, что по большому счету, да, то есть вас должны будут восстановить, да, там, по суду и выплатить вам огромную компенсацию. Нет, я просто закончу. Я просто напомню, зачем это сделали тайное голосование? Нельзя было оказать давление. Тем не менее, вот смотрите, вот если посмотреть вот на 24 часа в жизни человека, вы вот за последние 100 лет у вас появилось колоссальное количество свободного времени. Вот никогда у человека не было столько свободного времени, то есть он лишен забот об отоплении, он лишен забот о добыче пищи,
о том, чтобы принести воду, наколоть дрова и тогда снег убрать, да. И фактически человек обменяет эту свободу в том числе на управление государством. То есть, когда управлять государством будет каждый. Ну, например, да, то есть вы будете управлять тем, что происходит в вашем доме, в вашем подъезде и так далее. К вам приехали рабочие класть асфальт. Кто лучше вас проконтролирует, чтобы это не в дождь клали, чтобы аккуратно плитку положили и так далее. То есть, мне кажется, что будет какой-то социальный договор абсолютно новый, когда власть обещает вам не воровать, а вы обещаете власти платить налоги, и вы друг друга постоянно контролируете. Ну, простите за грубое слово, держите за яйца. Да? То есть или вы из-под власти выдергиваете, да, потому что оно фундамент, потому что оно не отвечает за свои слова. Или власть вас прижимает, потому что вы там не платите. Вот. И вот этот вот баланс интересов, мне кажется, гораздо устойчивее и гораздо перспективнее, чем то, что у нас есть. Безусловно, только никому не надо помогать. Я извиняюсь, да, просто это, в эту идеалистическую картину я просто не могу. Страшно далеки, то есть вы, товарищи, от народа просто. Ну, красиво, и про приглашение на казнь, такой слог. Один говорит про ненасилие, да, то есть вот тебе вот как раз надо не с Медведевым говорить, а с Путиным. Он же после Ганди говорить не с кем, да, то есть вот ты как раз найдешь себе собеседника, да, то есть вот. Мне кажется, люди в большом правительстве, Илья, очень быстро сориентируются и быстро как-то вот перейдут в правительство Путина. Большое правительство — вообще другая отдельная история. Да? То есть, вот. Другой говорит про контроль власти. Ребят, ну, меня удивляет, мы интернетчики. Да? Но если мы говорим про новое качество, то почему мы пытаемся это новое качество приложить на совершенно старые механизмы социальных отношений? Да? Какой к черту контроль власти? Да? Если власть остается отдельной властью, а мы остаемся отдельным населением, то это будет гонка вооружений. Мы будем эту власть более эффективно контролировать, она будет нас более эффективно наебывать. Власть должна быть сервисом, Илья. Власть должна быть сервисом, правильно? Мы должны быть властью, а не власть должна быть отдельной. Что нам дает реально возможность интернета, это устранить власть как таковую, да, то есть как посредника, потому что вся суть существования государственных структур — это структуры, которые насилие по определению, потому что государство – это насилие, которое осуществляет одна часть общества над другим, и оно неминуемо абсолютно. Но те, кого мы называем властью, да, конкретные люди, они посредники, которые проистекают от того, что каналы коммуникации несовершенны, необходимо проводить определенное агрегирование общественного мнения, да, то есть выражать его посредством одного конкретного представителя. На этом построена вся демократическая система. А все остальное, что дает нам интернет, это просто усилитель. Да? То, что вот ты, Иван, говоришь относительно там, вот, там, образования, давайте воспитывать там, то, чтобы люди друг друга слышали, я как раз с этим не согласен. Я как раз считаю, что интернет-то в этом смысле он и является воспитателем. Просто совершенно есть нормальные человеческие эмоции. Да? То есть один что-то сказал, другой захотел дать в глаз. Да? Но поскольку он боится, то есть, что тот ему даст сдачи, да, и это будет больно, да, то есть он этого не говорит, а молчит. Да? А в интернете дать в глаз нельзя, да, то есть на расстоянии. Поэтому ты можешь, то есть, сразу и без обиняков заявить ему все, что ты про него думаешь, получить адекватный ответ, тут же набежит еще 10 человек, которые тоже подключатся к вашей интеллектуальной беседе, да, то есть и таким образом вы будете друг друга воспитывать. Да? Но говорить о том, что вот как-то вот к этому надо пристраиваться, то есть этого не будет абсолютно никогда. Поэтому надо говорить совершенно про другое. Надо говорить про построение других социальных структур, других моделей, в принципе. Да? Все вот эти партии, это же партии 19 века, они строились по лекалам, которые были даже не в 20 веке, да? Они были, то есть, 200 лет назад. Да? Мы говорим сейчас про построение совершенно других форм сетей отношений. Сетей скорее, да, чем партий? Да, сетевых, ну, они — это уже как бы общее место, что они сетевые. Да? Сетевую модель можно построить и в офлайне, да, то есть просто она будет работать с другим уровнем эффективности. Но логика за их функционированием должна быть другая. Да? Почему мы говорим о том, что мы там формируем
там правительство, оно потом, значит, должны с ним какие-то еще там договоры выстраивать, там либералы говорят, там по ГОПСу, там, то есть там, Илья, и можно так я... далее. Мы можем прямые задачи ставить, да, то есть просто в прямую эти задачи реализовывать. Вот я хочу поставить прямую задачу. Мне кажется очень важным изменить миссию многих государственных институтов. Вот сейчас государственные институты, которые работают с информацией, их миссия – это хранение информации и обслуживание каких-то потребностей власти. Для меня, например, очень важным является сделать их миссией донесение информации и выкладывание в общественное достояние. То есть для меня смысл того, что я сказал, это очень важно. Государство должно быть переориентировано на то, чтобы предоставлять максимальное количество возможностей людям. И люди вправе этого требовать. И вот мне... вопрос, какая конкретная информация? Какая, вот... Ты понимаешь, что это нормальное желание государства не выкладывать информацию? Если бы ты был на месте конкретного министра, ты бы точно фильтровал информацию. А, вот именно. И моя проблема состоит в том, что на самом деле те вещи, которые мне кажутся важными, очень редко разделяются широкими массами, допустим, протестующих. Потому что та же самая экологическая тематика, те же самые, скажем так, вопросы общественного достояния и так далее, они просто недостаточно поддерживаются, и поэтому не так много можно сделать. И это большая для меня проблема, Вань, на самом деле. Извини, ну опять, ну просто, ну я из практики схожу. Да, вот я тебе скажу сейчас простую тему. Я привлек в Новосибирск денег, конкретных денег в большом количестве из федерального бюджета. Сначала для того, чтобы построить технопарк для наших инноваторов в Академгородке. Результаты там были массовые акции протеста людей Академгородка, потому что мы знаем, что все равно, то есть эти деньги кто-нибудь украдет, кто-нибудь что-нибудь распилит, а вот конкретные деревья сейчас в Сибири, да, то есть вот, да, которые у нас в дефиците оказываются, да, значит, тут попилят, и мы, значит, потеряем наш Академгородок, да, то есть это говорили экологи, мои друзья, которых я знаю там 1 100 000 лет, да, то есть я их не могу убедить о том, что, ребят, нам надо построить, чтобы, то есть было какое-то процветание. Илюш, на стадии, друзья, вам не кажется, что мы немного ушли от темы? На стадии формирования проекта нужно делать экспертизы экологические. Слушай, мы делали эти экспертизы, ну, Вань, ну, ты понимаешь, да, ну, уж у меня-то точно есть диалог с этими самыми людьми, потому что они из моей организации происходят, да? Готовы ли у нас люди с микрофонами для того, чтобы вопросы из зала? Готовы ли вопросы из зала? Я прошу, он туда микрофон. Ирина Федотова, Bonnier Publications. Вопрос очень простой. Вот мы много сейчас рассуждали о том, как развивается наше общество в интернете. Я приведу такой простой пример из жизни. В 96-м году я репатриировала из Эстонии в Россию на историческую родину. В прошлом году еду в гости в Таллин. На границе мне говорят: вы знаете, а вы вообще-то были жителем города Таллин, у вас есть ID-номер. Я очень удивилась. Вернулась в Россию, решила написать письмо вообще, какими правами я обладаю как владелец таким ID-номером. Вы знаете, я получила ответ по интернету от миграционной службы Таллина через 15 минут. Я захотела у нас в России заказать себе загранпаспорт по интернету. Я отправила туда заявку. Через 5 минут мне пришла смс на телефон, где мне сказали: вы знаете, зайдите опять, введите вот такой-то номер. Я зашла, ввела номер. Мне пришло еще одно смс, и мне сказали: вы знаете, через 2 недели вы должны будете сходить на почту, и вам пришлют там еще один номер, который вы еще введете. И через 2 недели мне пришел этот номер, я ввела этот номер, и мне сказали, что вы знаете, вы можете получить номер, по которому вы придете в паспортный отдел. То есть вся эта процедура заняла более месяца. Я хотела задать вам вопрос. Когда наступит то время, когда у нас точно так же можно будет через 15 минут получить вот этот номер для очереди в паспортную службу? Это вопрос к Ивану, как к члену большого правительства. Все, отдувайся, Вань, теперь вот за это. Ксюша, вот, да? Это привет от Ксюши такой, да? Пока, Ксюша. Да. Да, спасибо. Вы знаете, это очень смешно. Я думаю... Это примерно как вот, даже у меня метафора. Короче говоря, почему вы действительно хотите узнать, почему в России это так? А вы не знаете?
Мне кажется, что у нас есть консенсус в отношении того, где мы живем и как это все работает. Сейчас, в данный конкретный исторический момент, у нас действует модель где-то 200-300-летней давности. А именно, мне кажется, что какие-то просто указы о том, что рабовладение запрещено, вот это все, как-то там, видимо, при перерегистрации не продлили или что-то такое. То есть в некоторых местах продолжает действовать. И особенно, мне кажется, не сообщили людям в госаппарате, что произошли какие-то изменения с 1861 года. Поэтому в действительности, мне кажется, традиция, которая есть в России, это традиция как бы отношения к людям как к такому бросовому ресурсу, который не имеет никакого значения. И эта традиция глубоко укоренена во власти, потому что власть работает по системе нефтяной добычи. Дело в том, что вся система власти в России построена, как вы знаете, на коррупции. Как это выглядит? Выглядит следующим образом. Я не знаю даже, мне кажется, что это сверхчеловеческие какие-то силы действуют, потому что мне кажется, трудно найти какого-то гениального человека, который это придумал. Это как бы так заведено, может быть, с монголов еще. Власть действует максимально жестко, принимает нереалистичные законы, делает неудобные процедуры, ужасную делает жизнь для людей, а затем добрые чиновники на местах собирают деньги за платные услуги по решению этих проблем. Это в нефтяной добыче есть момент, когда водой заполняют специально эти скважины, чтобы они вымещали нефть. Вот так российская власть исторически добывает из людей деньги. Соответственно, крайне важным аспектом этой технологии является создание невыносимых условий для жизни, с тем, чтобы чиновник, который эти проблемы снимает, выглядел героем и получал свой гонорар. Я не знаю, как эта круговая порука смогла установиться, возможно, это просто традиция. Вопрос в том, можно ли ее, в принципе, прервать. У меня есть только один рецепт. Этот рецепт, на него все реагируют вот, ужасно. Но тем не менее, я считаю, что нужно это все легализовать. То есть нужно, чтобы были государственные услуги платными, вот ровно те, за которые сейчас берут деньги. Хочешь паспорт получить не за 30 дней, а за неделю? Заплати, пожалуйста, 20 тысяч вот на этот счет. Как в Грузии, правда? И к тебе придет человек, специальный агент приедет, который за тебя заполнит при тебе все эти бумажки, тебя тут же сфотографирует, поставит на эту анкету. Ничего страшного в этом я не вижу. Если эта система заработает, у меня есть подозрение, что, в принципе, чиновникам зарплату можно будет из бюджета не платить. Они сами на себя прекрасно уже зарабатывают, потому что те деньги, которые они получают, не могут объяснить, почему они так цепляются. А чиновникам не платили очень долго зарплату, они кормились население. То есть это потом Петр ввел... Да, конечно. То есть это традиция кормления с людей, это просто как бы в генокоде, это в DNA нашей власти. Можно одну фразу добавлю? И я хочу сказать, что в каких-то вещах система очень хорошо осваивает интернет-технологии, очень быстро работает. Сейчас был фестиваль мультфильмов в Суздале, я туда ездил с детьми на машине. Это было несколько дней назад. Сегодня я получил квитанцию с распознаванием своего автомобиля, своего номера и с указанием того, что я превысил скорость на 24 километра, я должен заплатить 300 рублей. Поверьте, что это очень оперативно пришла распечатка по почте, которая очень долго работает, она пришла моментально. То есть начав с карательных вещей, я все-таки оптимист, я думаю, что можно будет там, через несколько лет свою фирму зарегистрировать по интернету за 10 можно минут. Можно я еще скажу, просто вопрос был не о том, а как быстро мы сможем влиять на изменение ситуации, потому что про электронные эти счета, которые приходят, у меня сын заплатил летом 15 тысяч рублей, потому что ему пришло на 15 тысяч рублей камера. Правда, если мы каждый свою историю расскажем. Понимаете? Спасибо вам большое. Спасибо. Есть еще вопросы? Давайте попробуем послушать людей. Шулакова Наталья. Угу. Очень неприятно, что нас покинули спикеры, которые могли бы поинтересно поотвечать на вопросы. Но это придется этим задавать. Нет, дело в том, что у меня есть прекрасный вопрос Ивана. Вопрос в том, что это некто, не очень приятно получилось, на самом деле, по отношению к спикерам. Но я думаю, организаторы сами это потом вопрос решат. Иван, мы все теперь понимаем, что... Они их штрафуют. Нет, я не про это говорю. Мы говорили много про общество гражданское, в котором уважают друг друга. Это выглядело крайне неуважительным по отношению к данной аудитории. Вот и все. Соответственно, мы теперь понимаем, что руководство страны и та правящая партия, которая есть сейчас у власти, сделала определенные выводы после всего, что происходило. С вашей точки зрения, что будет происходить в интернете именно дальше и чего ждать, чего опасаться может быть? Но вы понимаете, в чем дело? Я не уверен, что выводы какие-то однозначные. По-моему, идет борьба трактовок.
Вот то, что я говорил про всякие темные силы, которые из-под коврика начинают выползать, это вот такая странная внутренняя борьба трактовок, насколько я это вижу. Я вот, Ксения как бы очень хорошо из меня сделала такого козла отпущения. Я не так глубоко интегрирован как бы во власть, чтобы реально знать, что там происходит. Но я вижу по тем вещам, которые происходят с интернетом, по тем инициативам законодательным, по тем движениям, там, что сайты стали закрывать без суда, вот какие-то еще такие вещи. Я вижу, что есть как бы две разных оценки. Есть меньшинство, которое условно, мне кажется, олицетворяется тем же Медведевым, который видит во всей этой ситуации возможность. Возможность там, вернуть авторитет, там, сделать что-то интересное, модернизировать систему управления и так далее. А есть люди, которым это представляется как угроза, и которым проще было бы это убрать. И я думаю, что, к сожалению, у нас на самом деле не авторитарная в этом смысле ситуация, то есть у нас не будет того, что победила какая-то одна сторона. Я боюсь, что у нас будет реализован какой-то компромиссный сценарий. То есть по каким-то направлениям будут закручиваться гайки, по всей видимости, а по каким-то направлениям будут открываться возможности. И ждать, мне кажется, нужно и высматривать как бы возможности, а противостоять, мне кажется, нужно тем моментам, когда с помощью всевозможных как бы хитрых способов, вроде как борьбы с детской порнографией, наркоманами и любимыми там, террористами, там, ну, то есть вот эти абстрактные звери, да, которые там не люди, которые, значит, через интернет просачиваются, как вирусы. Вот под этими предлогами, под всеми, сейчас будет, как бы, мне кажется, происходить борьба с инакомыслием. Мне кажется, борьба с инакомыслием происходит, к сожалению, и во власти, и в протестной среде. И это я отношу к коллективной психологии. Так вот, почему я против насилия? Потому что я категорически не принимаю для себя лично. Я не группа, я человек. Вот ассоциация интернет-издателей, там какие-то есть интересы, я их представляю. Но в данном случае я говорю как человек. Я не принимаю коллективную психологию, я ненавижу ее. Не могу с ней жить. Для меня это главный враг. Потому что я в какой-то момент понимаю, что я общаюсь не с людьми, а с какими-то программами. То есть есть какая-то зомбо-команда с одной стороны, какая-то зомбо-команда с другой стороны. Ну, где коммуникация, как бы? Какой процесс происходит? Мне кажется, что вот, знаете, как в старых добрых традициях эпохи книгопечатания, когда личность ставилась во главе угла, а не коллектив, коллективное действие и так далее. Я все-таки выступаю за то, чтобы ну, думать своей головой и сопротивляться там, где давят, и бросаться в прорыв там, где есть возможность. Вот и все. А, вот молодой человек зигует давно. Можно? Здравствуйте, уважаемые. Павел Осипенко. Вот мы услышали полтора часа демагогии, и не было вот фактически правды. А правда суровая, и состоит она в том, что мы с вами живем в эпоху войны, воюют англосаксы с их гнилой системой и весь остальной мир, ну, который эти англосаксы эксплуатируют. А скажите, пожалуйста, ну вот доколе мы еще, сколько мы будем заниматься этим политическим анонизмом? Я не постесняюсь этого слова. Сколько у нас будет продажных политиков? Пока не кончим. Да, это все верно. Может, уже стоит, наконец, все-таки продавать нефть за рубли, всех предателей страны выкинуть? То есть, или мы проиграем в этой войне? Вас линчуют в холле. Вас линчуют вон в холле. Оттуда, пожалуйста. Выходите через ту дверь. Можно? Вон оттуда вопрос. Ну, давайте так. Да, сейчас девушка следующая. Здравствуйте, меня Алексей Ежиков зовут. Вот я хотел такой как-то короткий, может быть, если получится, задать вопрос. Вот у нас тут сегодня и вчера была конференция про коммуникации. Да, у коммуникации у них, как известно, две составляющих – каналы и сами идеи, которые через эти каналы между людьми там курсируют. Очень много мы говорим про то, что развиваются каналы. Да? Интернет, эта среда, вот она развивается офигенно, растет. И благодаря ей заинтересованные люди могут эффективно собраться и вместе выйти там, на Болотную, на Тахрир, там, на Тяньаньмэ, не играет роли. Но идеи, такое ощущение, что не эволюционируют. Я вот просто сам наблюдателем был вот 4 марта и видел, собственно, людей, которые приходили голосовать за кандидата номер 5. Это как бы не играет роль, да? Еще Бердяев писал про то, что там в 19 веке Россия была страной раскола среди вот этих там 85-15%. И за 200 лет ровным счетом ничего не поменялось. То есть вот идеи, которые коммуницируются, они не изменились. И 80% людей, им не нужна власть. Вот сегодня мы говорили, ну, имеется в виду, они не хотят каким-то образом на нее влиять. Они
полностью делегируют свою ответственность за принятие решений, за, там, не знаю, за любые действия вот какому-то там человеку наверху. И они этим довольны. Вот мы тут все самоорганизуемся этими 15-20%, будем власть контролировать. А остальным 80% этот контроль, вся эта прозрачность, все вот это, оно не нужно. Так о чем мы здесь говорим? Просто мы говорим о том, как дать 80% людей знания. Я об этом говорю. Я считаю, что люди не в состоянии принимать самостоятельные решения, потому что они не могут думать. Люди не в состоянии думать, потому что у них нет информации. Дайте им информацию в тот момент, когда они готовы ее воспринимать, когда они еще молоды, когда у них есть время изучить все вопросы. Если бы у меня не было университетского образования, если бы у меня не было библиотеки моего дедушки, когда я был маленьким, я был бы другим человеком, это очевидно. Я был бы гораздо более вспыльчивым, у меня были бы другие интересы. Мне бы нравилась хорошая драка больше, чем интересная дискуссия. Это абсолютно очевидные факты для меня. Чтобы состояться как личности, человек должен прожить какой-то процесс, эволюционировать. Это вообще не секси. Это серьезный взрослый разговор. Но, дорогие мои, если вы хотите серьезные ответы, давайте серьезный взрослый разговор. Мы же сейчас не в интернете, мы можем себе позволить. Как бы, вы понимаете, я же не шучу. Вот смотрите, была страна Индия. Какое было мнение о стране Индия? Что эта страна, как бы колонизированная под англичанами, они бессмысленные и так далее. Достаточно было одного человека и одной партии, которая даже не была партией, а была нетворком, Индийский национальный конгресс, чтобы одной идеологии ненасилия, ненасильственного гражданского сопротивления, чтобы из этой страны ушли англичане, чтобы сформировалось нормальное управление, и единственная была допущена ошибка, последствия которой катастрофические для этой планеты, это что отделился Пакистан. То есть, что в процессе как бы, деколонизации Индии сформировалась исламская страна, которая в дальнейшем для Китая стала плацдармом как бы, для троллинга Индии и как бы, теперь для троллинга через Афганистан нас, Америки, там, кого угодно. То есть, как бы получилось в результате разделения, в результате освобождения. Так вот, если бы в Индии возобладали террористы, националисты, как в Пакистане, то Индия бы тоже была Пакистаном. Но Индия — это демократия, в которой высшая ценность — это не насилие, свобода вероисповедания, и вы не поверите, духовное развитие. Это страна нищая. Все эти разговоры либералов про то, что я становлюсь как бы человеком, у которого есть высокие запросы, после того, как я зарабатываю 10 тысяч долларов в год, это чушь собачья. Я становлюсь человеком в тот момент, когда я осознаю себя как человека. До этого я либо животное, либо программа. И как не быть программой в этом мире, который все больше напоминает матрицу? Попробуйте. Следующий вопрос. Вот девушка, да, там устала тянуть руку. Марина Чернецова. На самом деле частично уже был затронут этот вопрос с предыдущими людьми, которые спрашивали. Вот у меня он такой, немножечко скорректирую и уточню. Как известно, телевизор — это как бы очень такая большая штука, которая ну, сильно влияет на очень многое число людей. Вот, и никаких пока что даже близко подходящих к телевидению медиа нету, да, по влиянию. Ерунда. Интернет. Конечно, конечно. Вы говорите интернет, это, да? Вы имеете, он хочет сказать, что да, это правда для вашего поколения. Хорошо. Нет, я хочу сказать, что ну вот я работаю в рекламе, и в рекламе очень видно, какие деньги куда идут. Это вторая площадка после телевидения по объему рынка рекламы. Это уже первая площадка, во всяком случае, в Штатах реклама. То есть как только падает реклама в газеты, вы понимаете, что газеты умирают. Они действительно умирают. Да? Это тренд, с которым там нельзя. Газеты проиграли интернету во всем абсолютно. Там. Друзья, мне кажется, не был задан вопрос. Давайте сейчас задать. Нет, есть ли аналог телевидению? Вот телевидение... Вопрос, хорошо, я не с той стороны зашла, и мы с нее никуда не уйдем, да? Когда будут продавать нефть за рубли? Нет, я хотела спросить как раз-таки конкретно о том, как вы считаете, там, после 7 мая или когда угодно, в ближайшее время будет ли сверху какая-то осуществляться цензура в интернете, да, либо потом, когда там аудитория будет еще больше, и типа будет влияние в интернет еще больше. Ага, станет ли интернет таким же влиятельным и будет... Смотрите, есть три способа ввести цензуру в интернете. Вы про цензуру спросили, да, я правильно понимаю? Да, все, три способа есть ввести цензуру в интернете. Значит, первый путь, все три пути открыты. Первый путь связан с законом об экстремизме, буквальное следование которому позволяет вам, в принципе, преследовать кого угодно. Потому что он поддается трактовкам, вы можете заказывать экспертизу там, не у меня на журфаке, а в другом вузе, вам там напишут все что угодно. Соответственно, в этот момент как бы, вы можете любого человека там, закрывать, прессовать, там, закрывать сайты и так далее. Значит, есть вторая история, связанная с контролем на уровне доменов,
с контролем на уровне провайдеров. Вот случай, вот сейчас ушел тоже представитель ассоциации хостеров, вот он просто пересел подальше, потому что он знал, что я сейчас про него буду говорить. Вот, история там вот с тем же самым сайтом фонда, который продвигает альтернативную политику в области наркотиков. Слушайте, вы знаете, что у нас сейчас за 20 кустов травы дают пожизненное? Знаете, да? А знаете, вот люди, которым это не нравится, что с ними? Вот их, например, сайты закрывают без суда. Это, понимаете, вот это реальность нашей жизни. То есть это протестующих это не интересует, потому что вроде как группа небольшая, там, ну кто-то там травой увлекается. Вот. А в действительности каждая отдельная группа по интересам, каждое отдельное меньшинство по отношению к большой массе там, Народного фронта, назовем его условно, является ничем. И как бы традиция России является в том, что у нас принято подавлять меньшинство ради большинства, по праву большинства. И пока эта традиция не будет преломлена, соответственно, есть возможность использования цензуры для того, чтобы просто этих меньшинств не было видно. Как они кричат, не было слышно, что они говорят, никто не мог понять. Просто какие-то маргиналы там бесятся, давайте просто их закроем всех, потому что они на самом деле террористы, пособники, экстремисты, они вообще в храме Христа Спасителя голые танцуют. Как бы все, они должны получить больше, чем убийцы и насильники вместе взятые. Это как бы вторая история. И третья история цензуры в интернете – это цензура по авторским правам. То есть, когда, это опять-таки записано в законе о полиции, если у вас есть нарушение по авторским правам, ваш сайт тоже можно закрыть, ну, честно говоря, без суда. То есть, это та линия, которая на самом деле является там, наиболее опасной в странах развитой демократии, там, в Америке, в Западной Европе, где в основном из-за этого, по, скажем так, мотивам, связанным с работой медиаиндустрии, очень серьезно идет наступление на право людей на информацию, на право доступа к культурным ценностям. У нас в стране другой немножко баланс. У нас как раз с точки зрения авторских прав ситуация более свободная. Вы с помощью ВКонтакте, других это сервисов можете, в принципе, иметь доступ ко всей базе там, человеческого культурного какого-то капитала, ну, насколько она вообще есть, доступна из нашей страны, из нашего русскоязычного мира. Но при этом у нас, например, гораздо сложнее ситуация со свободой слова. Не потому, что в Америке ситуация другая, потому что в Америке за это принято бороться. А у нас принято бороться не за свободу слова, не за свои ценности. Это как бы считается таким делом для маргиналов. У нас принято бороться с властью, потому что это крутой, как бы классный коллективный движняк. И пока, как мне кажется, не будут какие-то позитивные, реальные цели у протестных движений, у группы интересов, пока не появятся какие-то публичные лоббисты, вот вроде того, как я стараюсь, как президент Ассоциации интернет-издателей, лоббировать интересы интернета. Вот таких людей должно быть очень много. И Чирикова, которая как бы выступает в защиту Пассирайта, она, конечно, может правильно делать. Но на самом деле она должна бороться за то, чтобы освободили там из заключения, не дали реальный срок Сурену Гузаряну, который у краснодарского губернатора, как бы его пытаются посадить сейчас за то, что он незаконно огороженный участок, забор, что-то там причинил ущерб имуществу. То есть реально кошмар, экологический кошмар. Но это неинтересно, потому что это не в Москве, это какая-то провинциальная экология. А как бы нет, мы будем бороться со всей тусовкой вот за эти вещи. Это не... Тебя хочу поправить, Вань, вот я просто читаю твиттер Чирикова, и она как раз пишет про Газарян. Это очень, ну, я ее троллил несколько дней подряд на эту тему, понимаешь, потому что мне не нравится, когда… А, это тебе благодаря. Для меня, нет, я не считаю, что это моя заслуга. Я просто считаю, что самое главное в России – это экологическое движение. Национальная идея России – это мать природа. Мы – самая большая страна в мире. Мы держим общак природы для всей планеты. Больше у нас нет никаких задач, если честно, перед Богом смотреть в глаза людям. Что мы еще делаем? Мы из этого качаем, там, ну, чтобы люди могли погреться, там, накормить кого-то. Вот наша миссия, вот наша роль. Почему мы отворачиваемся от того, кто мы есть на самом деле, и пытаемся себя представить кем-то другим? Мы хранители природы на этой планете. Окей, Ваня, можно прерву тебя. Давайте еще. Матвей. У меня, да, Матвей Алексеев, как представитель хостинг-провайдеров. Такой вопрос. Точнее, сначала констатация факта. Я сегодня посидел, послушал, понял, что из людей, которые сегодня на сцене, в том общем понятии, что такое интернет, наверное, все-таки больше всего ориентируется Саша Плющев. Все остальные даже не представляют, как это работает. Вань, скажи мне, пожалуйста, у меня вопрос к тебе. Вот ты, зная, мы уже много беседовали, зная все законопроекты, которые касаются сети интернет, зная технические особенности сети интернет, как считаешь, что нас ждет, если те инициативы по авторским правам, по персональным данным, по генерации трафика, по спаму, вот если мы все эти инициативы продвинем, да, станет ли наше общество, которое сейчас сидит в сети интернет, называя интернетом Twitter, Facebook и ВКонтакте почему-то, станет ли оно более образованным? И что им даст наши законопроекты? Нет, я считаю, что это не связано.
Я считаю, что общество станет более образованным, если удастся продавить немного другие инициативы, связанные с предоставлением всего советского культурного достояния в общественный, доступ. Это мы, соответственно, убираем четвертую часть гражданского кодекса, точнее, ее модифицируем, да, и уже даем достояние людям. Нет, подожди, Матвей, ну, просто ты же понимаешь, что там можно по-разному действовать. Я имею в виду, что цели вот, к информированию ведет две вещи. Первое, общественное достояние, максимальное количество, то есть переориентирование государственной политики на максимальное предоставление информации людям. И вторая вещь, которая, на мой взгляд, ну, не менее важная, это то, что государственные учебные учреждения должны на самом деле отапливать планету. То есть они должны бесплатно давать доступ к своим знаниям, к своим образовательным программам. Вот это больше сыграет роль. А то, что ты говоришь по поводу наших инициатив, понимаешь, вот как выглядит реальная жизнь. Ваня, вот, потому что сейчас про них никто не знает. Даже твоя проблема с ФСКН, с сайтом закрытия фонда, правильно? Да. Она состоит в незнании. Она не моя. Нет, ну вот, ну, общая, скажем она так. Она просто меня раздражает как прецедент. Вот ты говоришь, можно закрыть сайт? Да нельзя закрыть сайт на самом деле. Нельзя закрыть домен просто так. Ну нет, по письму от ФСКН, да. ФСКН кто-то напишет. Можно письмо, закрыть по судебному решению. А у нас никто не знает. Ну на 30 прислал, дней можно закрыли. Без судебного решения. Не в этом дело. Я просто хочу сказать о другом. Когда мы делаем какие-то поправки, когда мы двигаем какие-то инициативы в интернете, ты сам прекрасно знаешь, что в конечном счете выясняется в последний момент, когда мы приходим уже за стол, и там уже лежит все, что мы сделали, с таким трудом пробились через все эти самые, выясняется, что там есть еще какая-то конкурирующая система поправок, которую двигает кто-то еще. Так вот, мы делаем все наши поправки, все наши инициативы с тем, чтобы на этом столе хотя бы лежали две бумажки, и желательно, чтобы наша прошла. Потому что кто-то другой это тоже делает. Есть Лига безопасного интернета, есть куча других центров, от которых исходят другие инициативы. Есть АФК-система, которая там свое видение имеет развития гражданского кодекса. Есть масса других игроков, которые с точки зрения лоббирования гораздо сильнее, чем мы. Потому что мы не независимая индустрия, которая выросла за последние 20 лет из ничего, и единственное, что было, это нас просто, ну, не дали раздавить, может быть, в самом начале. А так мы выросли просто, понимаешь? У нас нет таких привязок. Нас, нельзя сказать, что мы там чьи-то, кто-то нас специально пасет или там любит отдельно. Нет, мы просто стараемся как-то быть услышанными. Это вопрос нашего выживания. А развитие знания в обществе – это совершенно другие истории. И, как правило, бизнес-истории, может быть, в итоге окажутся более важными для этого. Точно так же, как Facebook, неожиданно, будучи коммерческой историей, решил проблему коммуникации для кучи людей совершенно на новом уровне и при этом не потребовал ни от кого никаких денег и государственных инвестиций. Все может как угодно быть. Господа, я думаю, что мы не будем ждать, пока последние люди уйдут отсюда, и, так сказать, да, так сказать, все журналы будут прочитаны, которые там лежат. Давайте последний вопрос, и на этом будем заканчивать. Здравствуйте, Андрей Лепехин. У меня вопрос... По-моему, микрофон не работает. Или ближе. Возьмите мой. Андрей Неперехин, у меня вопрос в продолжении темы, в общем, к обоим докладчикам, участникам дискуссии. С цензурой более или менее понятно, да, что, в общем, наверное, стоит ожидать закручивания гаек. У меня вопрос такой. Попыток, да. Следует ли ожидать, ну, есть ли возможность такая, что может быть ограничен интернет, ну, по типу, допустим, Китая? То есть ограничения? Ну, как Китай? Хочешь сам ответить? Как Китай или как в Турции, или как где-то еще? Честно говоря, к этому идет. То есть мы сопротивляемся. Но вообще, если честно, то есть, нарождается какой-то... Понимаешь, вот есть у нашей власти есть паранойя. Паранойя связана с тем, она отчасти оправдана, потому что реально как бы одна из мотиваций там, сирийского конфликта — это убрать там, последнюю русскую базу в Африке. Это правда. Но в какой процент сирийской ситуации как бы, отвечает вот этой мотивации, с моей точки зрения, не такой большой. Но с точки зрения, может быть, людей во власти русской, которые реально в этом конфликте, то есть это их там, друг, там, его мочат, как бы, там у него проблемы, там, глобальные СМИ вещают. То есть они живут в мире, в котором они являются объектом атаки. И действительно непонятно, там, кого будет сдерживать Америка. То ли нас, то ли Китай. Ну, вроде повезло, там, Америка с Китаем начинает работать, мы оказываемся союзником. Как бы. Ну, вот они могут вздохнуть с облегчением. Я надеюсь, что они поймут это довольно быстро. И тогда есть шанс, что мы все-таки сможем удержаться в парадигме как бы, западного отношения к интернету, западной цивилизации. Но, в принципе,
если говорить технически, если говорить о настроении там, некоторых лоббистских групп и законодательных инициатив, я могу сказать, что есть люди, которые готовят почву для, конечно, китайского или турецкого сценария. То есть сценария, когда очень легко можно ограничивать разные курсы. Или казахского. И если посмотреть, с кем мы объединились сейчас в Союз, вообще-то мы оказались между Казахстаном и Белоруссией. И там совершенно режимы четкие. И, в принципе, сейчас, когда мы там что-то хотим, то с точки зрения Казахстана и Беларуси мы уже взорвались окончательно. Потому что и в Казахстане, и в Беларуси проблему решили. Я в Казахстане, я сначала не мог понять, что происходит. ЖЖ не открывается, и все, не открывается, и все. А вот не открывается, и все. И в Беларуси ведь то же самое. И чем дальше, может быть, тем больше там будет этого. Потому что там-то режимы действительно жесткие. И там как бы нет у режимов даже такой идеи, как можно там какие-то системы обратной связи. Там, то есть они не видят возможности, они видят только проблему в этом. Они для экономического развития видят возможность, а для политического только проблема. И Россия в этом смысле еще не так плохо все. Вот, но, к сожалению, в чем смысл демократии? Демократия — это не завоевание, это возможность драться. То есть как бы в демократическом строе нормально отстаивать свои вещи. Вот если никто не будет эти вещи отстаивать, они уйдут. Потому что количество людей, заинтересованных в том, чтобы они ушли, среди влиятельных персонажей, больше. Но при этом, если в какой-то момент происходит мобилизация, и люди разделяют эти ценности, то продавить такое решение невозможно. Вот где мы находимся. Спасибо, Дима. Да, я бы добавил, что вот опыт развития России учит, что после любой выигранной войны наступала эпоха тирании и закручивания гаек, а после любой проигранной был какой-то прогресс и развитие. Но мы, ну, давайте назвать вещи своими именами, мы проиграли холодную войну, да, страна развалилась. И, в принципе, Россия после этого никогда так быстро не развивалась, как сейчас. То есть, если вы посмотрите, прогресс колоссальный, да, люди ничего не умели делать, и из ничего выросли все специалисты, компьютерщики, маркетологи, банкиры. И ничего этого не было, и даже людей таких не готовили. Ну, у нас потрясающе талантливые люди. Вот. И мне кажется, что психологически вот этот вот проигрыш, он очень сильно стимулирует людей. Вот. И даже если, ну, не дай бог, конечно, будет какие-то какое-то закручивание гаек и прикроют свободный интернет, то Россия настолько сильно, и это будет настолько, ну, заметно, да, начнет отставать в своем развитии, но она, что даже власть поймет необходимость этих перемен. Но они же не самоубийцы, да, то есть, ну. Спасибо большое, друзья. Спасибо всем, кто выдержал этот, можно сказать, такой полумарафон наш. Задал вопросы, активно участвовал, писал в Твиттере, и я все прочитал, всех зафоловил. Спасибо большое, счастливо. Спасибо нашим спикерам, оставшимся. Спасибо, дорогой.